Всем привет! С вами снова Шарт, и мы продолжаем проходить игру Врата Бальдура. В прошлый раз мы достали для главного героя единственную броню, которая никогда не ограничивает магию. А также познакомились с Дорном Ильханом. Что ж, продолжим наше приключение. Самое время исследовать сам город. Ну что ж, добро пожаловать во Врата Бальдура. I'm here to help. Хорошего дня, молодой человек. Какое чудесное событие, что мы снова встретились. Особенно в таком великом городе, как этот. Но в твоих глазах я вижу, что ты не хочешь слушать мои болтовни. Воистину, наша встреча не случайна. Хотя, честно, мне приятно поговорить вновь с тобой. Приятно вас видеть вновь. Что же вас привело сюда? О, все граждане побережья меча на самом деле проходят через врата Бальдура. И я знал, что ты тоже пройдешь. Прошу прощения за мои постоянные вмешательства. Но я верю, что это было нужно, особенно учитывая напряжение, которое тебя не может успокоить. Мои донимания тебя, естественно, бледнее по сравнению с влиянием от других, включая самого тебя. Грайан вырастил тебя как можно лучше, но очень сложно преодолеть то, что находится в твоих жилах. Гораздо сложнее, если бы даже я мог представить. Что вы знаете о Грайне? Он был моим давним другом, и мы часто разговаривали. Хотя еще меньше стали после того, как он устроился вместе с тобой. В свое время он был еще тем искателем приключений. Хотя он никогда не жалел о новой роли в качестве приемного отца. Он думал, что стабильное детство тебя приготовит, к проблемам, которые, естественно, он очень сильно беспокоился из-за тебя. Я надеюсь, он не зря это делал. Он был хорошим человеком, хотя я предпочел бы взять свой, идти по своему пути. Я и другого и не предлагал тебе. Какими бы ни были мотивы, независимость всегда мудрый курс действий. Я беспокою твое наследие и то, что от него гораздо сложнее сбежать, чем от других. Тебе очень плохая кровь. Хотя Гаран сделал все, что в его силах, чтобы приготовить тебя к свету и добру. Но у тебя твоя кровь действительно желает большего. И не позволит тебе уйти без боя. К добру или к худу? Что в твоей плоти находится, с тем придется разобраться со временем. Я надеюсь, что у тебя есть воля, чтобы справиться с этим.
Я мало знаю, что грядет, но я буду готов сделать все, что как можно лучше. Уверен, будущее будет добро к тебе. На данный момент пожелаю тебе всего наилучшего и пару имен, которые мне хорошо послужат тебе. Скар из Пылающего Кулака хороший человек. Ему можно доверять. Его начальник, герцог Эльтон, тоже хорош. Оба верят в то, что говорят. А теперь позвольте мне откланяться. Я желаю вам всего наилучшего. Очень приятно слышать, что путь, который ты выбрал, вызывает одобрение даже у самого Эльминстра. Но что более важно, его одобрение приходит вместе с советом. Прощайте. Учитывая то, что Эльминстру всего так 500 лет, он самый старейший маг из всех известных Файрун. Can I help you? Я все еще не верю, что встреча с Эльминстром сразу после нашего прибытия в город была случайной. Надеюсь, наши враги не так хорошо проинформированы. По крайней мере, в городе не кричат о нашем присутствии. Давай поспешим. А, и ты знаешь, как ты спешишь. Молюсь, что мы не нарвемся на что-нибудь. Можем мы взять минутку вашего времени? Что еще? Сначала позвольте мне представить нас обоих. Я Марек. Это мой напарник, Лотандер. Я подумал, что было бы приятно вам знать наши имена. Потому что если вы не послушаете наш совет, вы еще раз увидите нас обоих. Я знаю, что ты предпринимаешь активное участие в уничтожении Железного Трона. Даже не пытайся отрицать. Компаньон со мной были наняты как раз этим самым троном. Мы подумали, было бы вежливо дать тебе последнее предупреждение. Хватит вмешиваться в дела нашего нанимателя. Ты сам решаешь, не слушать или прислушаться. Но если ты... И тем не менее, это твое последнее решение, которое ты сделаешь, если ты не послушаешься. Увидимся. Выражай сколько хочешь. Мы не те, кто стоит одной ногой в могиле. Если кто-то достаточно глуп, чтобы стать на нашем пути, те уже на небесах. Иблис. You need me? Cities are always so intimidating. There's so many people. I must rest. Нам потом те. At once.
The hero is on the job. Welcome to my humble establishment. It's already done. Tis a job for me. Yeah, enthusiastically. I'm here to help. You need me? Yeah, mate. А, уставшие искатели приключений. Дороги этого города были полны дураками, не так ли? И два величайших дурака — это Аркион и Немфра. Некроманты, которые сражаются за какие-то безделушки, которая на самом деле недорого стоит. Уверяю вас, они больше являются проблемой, чем они того стоят. Вам лучше держаться подальше от них. Если два некроманта являются проблемой, причем большей частью друг для друга, ну, что можно сказать? Yes.
There's always more for a hero to do. I should make Nature a list. Nature's servant awaits. Vita, what do you need? Yes! Mortals! I'm here to help! Yes. Смотрите, какой маленький интересный отряд. Торжеся на нашей территории. Мы готовим ритуал. Что вы его ломаете? Что значит ваше пространство? Это магазин. А я клиент. О, спасибо за проявление простой человеческой логики. А теперь вали. К вашему сведению, определенное количество важных социологических и психологических теоретиков заявили то, что магазины существуют в международном пространстве, не лично, не публично. Природа, которая является смесь и того, и другого. Товары на витринах, например, можно рассматривать как ментальные конструкты, которые показывают на публике, как средство... как средство воздействия на разум публики, чтобы люди могли рассмотреть нужные желаемые ими товары с точки зрения публичной для покупателя. А, это хватит, чтобы человека свести с ума! Прекращай! Заткнись! What can I do to help? Но мы ведь только начали. Чего умереть-то? Жалко, Лес. Никоня, дай защиту. I care not. By your command. You have need of me? You granted? Горячие маги подаются только сейчас. Ой. At once. I have no more room for that. Yep. Dropped it. Night Singer, give me power. Olsa? Huh? Yes. The hero is on the job. It's already done. What can I do? Tis a job for me. Yes.
You need me? Enthusiastically. Huh? Yeah, I'm here to help. Пойдем проверим, как там наши бояки. What can I do to help? Отпустила бедненьких. Ну что, нам пора. Некогда нам тут блуждать. I am here, so have no fear. Unless you are evil, then have much fear. All the fear. You need me? I'm here to help. Добро пожаловать в таверну «Эльфийская песня». Названа в честь эльфийской дамы, которая здесь... Эй, вы воины, маги, убийцы монстров, не так ли? Может быть, мы и не все воины, и не все маги, но все из нас являются ужасными. Убивают монстров. Что вы хотите? Бандиты дороги заполнены бандитами любых видов и описаний. Но самый ужасный из них гоблины. Сделайте нам услугу и убейте их всех. At once. You want some whiskey? Hello. Привет. Хотел сказать привет. Я могу занять минутку вашего времени? О, это действительно интересно, да? О, подождите, вам не стоит это. Вы должны быть привыкли. Скажи, ты хочешь попросить меня автограф? Скажи, Балрон собирается попросить у меня автограф? Ну, меня часто просят. Что поделать? Территория. Ментальная территория, конечно, но... хотя, у меня нет никакой своей земли. Пока. Автограф? Ну почему бы и да, сэр? Но после того, как вы слышите мое предложение. Да, ну он. Как мне сказать это? Вы свободны для найма? Я хотел сказать. Мне нужно работу сделать. Понимаете мое намерение? Работу сделать. Абсолютно. Я бы, как бы сказали. Говори уже. Говорите, сэр. Чтобы я мог понять, что вы хотите. Я хотел бы предложить. Попросить ваших талантов для уникальной службы. Хотя не похоже, чтобы вы сделали что-нибудь социально нехорошее.
Ну, в общем, может быть, немножко. Хотя не так уж и много, как, ну, нелегально. И к чему ж ты ведешь, мой маленький друг? А небольшая кража никому не повредит. Ну, не повредит мне, по крайней мере. И, честно говоря, я хотел бы, чтобы никто не пострадал во время дела. Я хотел сказать, что я хочу, чтобы вы украли кое-что. Но хочу, чтобы вы это сделали самым милым способом. Мы спорим с Данила Тарном из Уотердипа. И я заплачу вам хорошо. 500 золотых за одну ночь. Это лучше, чем что вы могли получить за год работы в доках. Сова хороша. И судя по состоянию его рассудка, он определенно задание не может предложить нам слишком сложное. Я предлагаю его выслушать. Но оно сложное, оно правда сложное, миледи. Для простого человека вроде меня, но определенно не для великих искателей приключений. Я не хочу становиться известным из тюрьмы. Так что забирай свое приложение и вали отсюда. Я понял, что вы хотите сказать. Ясно и четко. Мне придется искать требуя навыки в другом месте. Не будет сложным, хотя милый джентльмен, на которого откнулся на днях, был таковым. Манеры, как у святого, но должен бежать. А, боги. Похоже, что что я положил неправильное место в мой кошелек. Нитки, которые удерживали, лопнули. Как странно. Неважно. Я просто объясню мое положение в таверне. Ой, бармену. И попрошу у него немножко дружеского кредита. Я уверен, проблем не будет. О, по крайней мере, все такие доброжелательны на данный момент. Пошел нахрен с этой кражей. The hero is on the job. It's already done. Tis a job for me. Понятно, надо кое-что найти здесь. Ну или скорее кого-то. Он больше поможет. А вы помните монаха Рассада? Думаю, сейчас
Он нам пригодится в нашем очень нелегком деле. Вытворяние всякого разного непотребного. Enthusiastically. You seem like someone who would appreciate the tenets of my order. May I tell you more about Salune and the Sansoul monks? Ты похож на человека, который будет оценит тенеты моего ордена, основу моего ордена. Могу тебе рассказать о Салуне и монахах солнечной души. Вообще-то я хочу, чтобы ты ко мне присоединился. I have had trouble making ends meet since coming to Nashkin. If doing so gives me the chance to help others find their inner light, I will be glad to join you. У меня были проблемы сводить концы с концами со времени прибытия в Нашки. Если ты так, я смогу заработать шанс помочь другим обрести внутренний свет, я с радостью присоединюсь. Интересный выбор. Посмотрим, как долго этот поклоняющийся Луне обнимет тьму. Я помогу ее найти. Добро пожаловать, мой друг Клишит. Может, вместе мы одолеем зло в этой земле. Can I help you? Пожалуйста, не бросайте меня здесь. Вы слышите жужжание? Я слышу жужжание. Наши пути не расходятся надолго, поэтому скажи, где мы тебя можем найти? Во вратах Бальдура. Я подожду вас в таверне эльфийской песни. Хорошая. Наполненное людьми место, недешево, но все что угодно, но не дешевое. I must rest. Идем отдыхать. I'm here to help. Never had rats. No, sorry. Never had rats. No, sorry. Есть у меня одна мысль, куда мы можем направиться, чтобы подзаработать немножко.
Возле деревни Галикин есть одно место, где надо бы прошерститься. You have been waylaid by enemies and must defend. Жалколес. There's always more for a hero to do. I should make a list. Yes. You appear troubled. Does a shadow lie upon your soul? Ты о чем так беспокоен? Тьма легла на твою душу, Балрог. Я хочу знать о тебе побольше. Как ты стал вообще монахом солнечной души? It seems so long ago that I first joined the order. Thinking of those days revives fond memories, even as it reminds me of those precious things I have lost. Это было давным-давно, когда я присоединился к ордену. Вспоминая эти дни, память возвращает чудесные воспоминания. И напоминает о тех дорогих вещах, которые я потерял. My mother gave up her own life to give life to me. Without her help, my father struggled to raise me and my older brother Kamaz. Life in Kalimport is hard for those not born to wealth and privilege. Моя мама умерла при родах, когда рожала меня. Без ее помощи отец боролся за жизнь, чтобы помочь вырастить меня и моего старшего брата Гамаза. Жизнь в Калимпорте сложна для тех, кто не родился с деньгами и привилегиями. When he could no longer pay his rising debts, my father was condemned to the arena of freedom, where he fought and died for the entertainment of the people. Когда он больше не мог платить свои растущие долги, моего отца осудили на арену, где он сражался и умер. Для развлечения толпы. His death left Gamaz and me to scratch out a life upon the streets. We helped each other as best we could, begging, serving, and yes, sometimes stealing. С его смертью Гамаз и я вынуждены были побираться на улицах. Мы помогали друг другу, как только могли, вымаливая деньги, подавая, ну и да, иногда крали. One day, Gamaz was caught with his hand upon the purse of a Sunsoul monk. Rather than punish us, the monk brought us to the monastery, where we were bathed, fed, and clothed as initiates. Однажды Гамаз был пойман на краже кошелька монаха Солнечной Души. Вместо того, чтобы наказать нас, он привел нас в монастырь, где нас искупали, накормили и одели как учеников. From that day forward, we learned the mysteries of Selune and trained our bodies, minds, and spirits to spread her light to others. С того самого дня мы познали секреты Селюны и тренировали наши тела, наш разум и дух, чтобы распространять ее свет для других. Одесса звучит ужасно. Печально звучит рассказ о твоем детстве. Хотя похоже, что все вернулось к свету. Indeed. Selune blessed Gamaz and me the day we met that monk. From that day forward, the light of the goddess brightened our existence. Воистину, Селюна благословила меня и Гамаза в тот день, когда мы встретили монаха. С того самого дня свет богини осветил наше существо. How may I enlighten you? Как я могу просветить тебя? Расскажи о том, как ты пришел в Нашки. Well, divided by distance and allegiance to three different gods, the various sects of the Order of the Sun Soul cooperate across Faerun. Пусть и разделенные огромными территориями и приверженностью трем разным богам,
Различные секты Ордена Солнечной Души сотрудничают по всему Файруну. When the sect Nathkatla ceased responding to messages, my masters in Kalimport sent 10 monks to investigate. Gamaz and I were among those chosen to set sail for Arm. Да, ячейка Волкатли перестала отвечать на любые сообщения. Мои мастера в Калимпорте послали 10 монахов для расследования ситуации. Гамаз и я были среди избранных, чтобы отправиться в Ан. We found the monastery abandoned. The nearby residents we questioned about the mystery changed the subject or fled. For weeks we continued to investigate. Мы нашли только заброшенный монастырь. Жители в округе на вопросы меняли тему, либо убегали. Неделями мы оставались, чтобы выяснить хоть что-то. At last, through stealth, subterfuge and patience, we began to overhear rumors that agents of Shah, the mistress of the night, had murdered all the Sunsoul monks in Nathkatla. В конце концов, благодаря скрытности, правильному приложению сил и терпению, мы подслушали слухи о том, что агенты Шар, госпожи Ночи, убили всех солнечных монахов в Алкатле. Ой, в Аткатле. The local residents feared Shar too much to speak with us. But again and again, we overheard one name uttered in fearful whispers. Alogoth. Местные жители боялись Шар так сильно, что отказались разговаривать с нами. Но вновь и вновь мы слышали одно имя, которое раздавалось в жутком среди шепота. Алоргот. Кто же этот Алоргот? Who he is, what he did to the monks in Nathkatla, or where he has gone, I cannot say. The trail is lost, unless I stumble across the name Alogoth again one day. То, что он сделал монахом в Аткатле, или куда он делся, не могу сказать. След потерян, по крайней мере, если я не наткнусь случайно на имя Алоргот однажды. How may I enlighten you? Как я могу простить тебя? Хватит вспоминать данный момент, мы можем поговорить об этом позже. I'm here to help. Мы направляемся на равнину острых зубов. You have been waylaid by enemies. My training did not prepare me for such extended activity. Your wish? Silune guides my hand. What can I do to help? At once. How long must we wait here? Things stir to the south as we sit.
Балра. По слухам, на этой территории просто очень много василисков. И взгляд может взять камень, обратить в камень любого из нас. Если мы не защитим себя специальными заклинаниями или зельями. Пока у тебя нету таких способов защиты, я рекомендую вернуться в Берегос. Ну, если только стать украшением на чьей-то лужайке не входит в твой план. Джахир, это не мой план. Становиться украшением на лужайке. Ибо нет той лужайки, которая мне подойдет. Которую мог бы украсть. I must rest. Wait! Me no want fight. Me Korax. Me friend. Стойте! Я не драться. Я Korax. Я друг. Ты можешь быть нашим другом, но лучше не делай ничего, что нас разозлит. Я быть хороший мальчик. Я обещать. Я помочь вам со всем, чем можно. Принять помощь такого оскорбления природы? Как скажешь, но будь уверен в том, что эта безумная мертвая тварь в какой-то момент обратится против нас, как только не окажется другой жертвой. Я хотеть помочь. You need me? Он нам пригодится. Больше, чем можно представить. If you wish, you'll not get through. The hero is on the job. Hold, travelers. I challenge your best warrior to a duel. Стойте, путники! Я бросаю вызов вашему лучшему воину. Я не сражаюсь с женщинами, поэтому только мужчинам шаг вперед. Конечно, какие правила и какая награда за победу? Я побеждаю, вы даете мне 20 золотых. Но это не факт, что случится. Но если кто-то из вас одолеет меня, я приму вашу сторону. Хорошо, мы принимаем. Едет ли ваш воин вперед? Я дерусь только с мужчинами, так что женщины могут быть удовлетворены процессом наблюдения. И даже не задумывайтесь о жуличестве. Если кто-то попытается вмешаться в бой, я их убью сразу. Ну, Шартил, мы слишком плохого, мы слишком низкого тебе мнения, чтобы жульничать. Can I help you?
Men are prepared. Не могу поверить, меня победил мужчина. Ох, похоже, я вынужден сдержать свое слово. Я клянусь в верности вашим целям. Какой бы глупой это не было. Хорошо, докажи свою полезность. Конечно, я докажу мою полезность. Это будет несложно. Поверь, детка, не тебе сегодня доказывать свою полезность. Черт подери, ты проиграешь одну из лучших дуэлей, чтобы при этому жалкому виду мужчины привязываешься. Мне не хочется говорить, но ты заслужил мое уважение. Увидимся где-нибудь на побережье меча. Увидимся в рыгающем драконе на Шкеле. Недолго блуждай. Я там недолго собираюсь торчать. Yes, it's all ready. What can I do to help? What you want? А здесь много Василисков, нам нужно с ними бороться. Тебя освободили. Дезориентация, и это нормально. Можешь считать, что ты сейчас услышишь нехарактерным для меня, Балр, но я не хотела бы окаменеть. Живая статуя. Я симпатизирую этой женщине. Отдохните. Так что, скорее всего, вы окаменели достаточно как долгое время. Это какое-то время вы были камнем. Как? Я помню сражаться с группой гноли. И один обратился в камень прямо передо мной. Я оглянулась и увидела этот змееподобный. И затем ты... Не обратили в камень. Как долго было камень? Я не знаю. Важно, что вы свободны. Я благодарю вас. Вы спасли совершенно незнакомку и ничего не попросили. Воистину. А к доброте, о которой я даже никогда не слышал.
Я буду говорить, я расскажу о вас только хорошие вещи. Любому, кто спросит о вас. Спасибо еще раз. Yes. Surface dwellers can be so stupid. Dreadfully sorry. But I'm afraid I'm gonna have to kill you. Приветствую. Я Мутамин. Надеюсь, вам понравились скульптуры, которые нарисовали мои прекрасные ящеры. Они рисуются ими глазами. Они делают скульптуры из ужасных путешественников, которые проходят. Да. У нас мне не нравятся ужасные путешественники. Пусть держатся на дорогах. Или мне кажется, или мир полон дураков. Ладно, мистер гном-псих. Надеюсь, что вы не воспримете это неправильно. Но мы не заинтересованы в ваших каменных садах. Вы никуда не пойдете. Вы присоединитесь к прекрасным скульптурам, которые стоят перед вами. Вы станете искусством. Вы станете произведением искусства! Всегда. What can I do to help? А, будет тебе, деточка. Искусство по книжке. Ну, то есть, раздолбать, похоронить, ну и прочее. Nightsinger, give me power. What you want? Oh, my heart's really not in this.
And if you wish, you'll not get far. Похоже, наш друг Гуль решил на нас напасть со временем. Прожжем его потом. Good on you if you save the day. Эй, Винни, посмотри, мы наткнулись на каких-то искателей приключений. Меня зовут Кирилл, я и мои друзья искатели приключений. Вы тоже из того же вида, за исключением хуже одеты. Все еще познаете основы дела, да? Слава моим, сестрица. У Баура темперамент про этого быка. Ну. О чем ты вообще говоришь, маленькая девочка? У нас больше опыта, чем у вашей банды оборванцев, которые называют себя искателями приключений. Правда? Ну, подходи. Хотя, давайте взглянем на дело серьезно. Взгляните на себя. Банда вроде вас не имеет никакого стиля. Точнее, у вас стиль, как у стаи гибберингов. Как вы себя подаете? Ну, это же. Да вы просто банда уродцев, которые напялили себе какую-то бронь.
и думают, что они могут искать приключения, разбираться со злом. Очень печальная зрелище. Эй, помедленнее! Кого-то бы вы не лучше! Ты оскорбляешь нас, хмырь. Хотя ты не продержишься и часа в Андердарке. Послушайте это, ребят. Телокожая вообще-то верит в Андердарк. Верить в Андердарк? Ну, вообще-то это реальность. Дроу-то откуда-то появится. Печаль? Я покажу тебе печаль. Невестная жалкая девчонка. Ты этого хотела с самого начала. Доставай же сталь, сучка. Это похоже на вызов. Эй, Берри, Питер, Линди. Похоже, эти жалкие уродцы. Думают, что они могут нас убить. О боги, о боги. Да ты серьезно разошелся? Мы не какие-то там городские уродцы. Мы из Уотердипа, глубоководья. Может быть, ты хочешь передумать свое утверждение? Я думаю, что вам, психопатам, уже хороший урок. И как раз наш отряд собирается его вам преподать. Ой, какой же это урок будет. Вы собираетесь... подскорябить мою броню большим плохим мечом? Эй, ребята! Убьем этих хмырей! Девочка явно не в ту лигу попала. Впрочем, все как обычно. Все ищут смерти. Yes. By your command, Nightsinger, give me power. Как они этих людей совершенно не уважают. Ну, да. И Майн, подбавь газы. The group. What can I do to help? I look forward to your instruction. Oh, my heart's really not in this.
me. It's already done. Ну что ж, найдем нашего этого дружеского гуля и выпишем его дружеских пиздюлей. I will show you justice! Oh, my heart's really not in this. Итак, вы поохотились на василисков, подзаработали на это немножко. Что ж, продолжим будет в следующей серии. Спасибо за внимание.